без отрыва от производства. Скрининг, диагностика или, проще говоря, выездная диспансеризация позволяет пройти обследование и сдать анализы, ну, практически на рабочем месте. Вот один из них – взятие крови из вены. Современные реалии диктуют свои условия. В нашем динамичном мире не всегда можно найти время для похода к врачу, а заботиться о своем здоровье необходимо. Решить проблему поможет так называемая скрининговая диагностика, когда мобильная бригада специалистов выезжает на предприятие, чтобы провести обследование на месте. Ее уже прошли сотрудники нескольких организаций нашего района. Проверить здоровье решили и работники телерадиокомпании «Щелково». Это святая обязанность каждого руководителя – заботиться о состоянии здоровья сотрудников предприятия. То, что делается у нас в районе, ну, это такого никогда не было. И слава богу, что оно появилось. Это очень здорово. Когда появилась такая возможность, что врачи придут сами к сотрудникам и быстро все проверят и дадут объективную картину того, что происходит в человеке, ну, грех не воспользоваться такой возможностью. Скрининг-диагностика включила в себя снятие электрокардиограммы, измерение артериального и внутриглазного давления, обследование полости рта на выявление онкозаболеваний, осмотр хирургом и урологом. Мобильная бригада для диспансеризации появилась в Щелковском районе не так давно в рамках совместного проекта районной больницы номер 1 и городской стоматологической поликлиники под эгидой программы «Партия Единой России. Здоровье». При помощи экспресс-лаборатории врачи получили необходимые анализы. Это первый этап диспансеризации, он носит скрининговый характер, когда берутся наиболее часто используемые методы обследования, и по результатам обязательно при выявлении отклонений, даже незначительных отклонений от нормы, сотрудники будут направлены на второй этап. Второй этап – это более углубленное обследование, которое включает в себя и высокотехнологичную медицинскую помощь, которую мы можем оказывать в условиях специализированных лечебных учреждений. Своевременная диспансеризация как раз направлена на то, чтобы предотвратить рост числа заболеваний среди молодежи и населения среднего возраста. Людей, которым сложно найти время для посещения поликлиники, отмечают медики. Сейчас этот вопрос обсуждается на федеральном уровне. Мособлдума внесла инициативу по обязательному выделению работодателями одного дня для диспансеризации. Совместно с такой мерой проект скрининговой диагностики поможет жителям сохранить свое здоровье. Здоровье нации, здоровье населения России, наверное, неоспоримая задача на перспективу. Законодательную инициативу в Государственную Думу подали, чтобы работодатель любой формы собственности обязан будет по закону один день рабочий освободить для проведения диспансеризации. А второй шаг, мы попросили работодателей обеспечить условия, когда медицинские сотрудники откликнулись сразу, потому что это двойная задача. Они выполняют задачу, поставленную им по диспансеризации, а вы не отрываетесь от работы. Приехали, администрация только того или иного производства или организации должна обеспечить вот те условия, которые сегодня обеспечили кабинет. Обследование и сдача анализов заняли совсем немного времени. Тем не менее, каждый сотрудник Щелковского телевидения получил детальную информацию о состоянии своего здоровья. Выездное мероприятие, оно чем хорошо для людей? Во-первых, очень удобно, не выходя, так сказать, свое рабочее место, обследовать свое здоровье, узнать, что у тебя болит или не болит, и что дальше делать. Во-вторых, надо учесть, что не всякий человек, так сказать, соберется, найдет время пойти в поликлинику, и чтобы, так сказать, оценить свое здоровье. В общем, в целом все нормально. Я рада, что какие-то страхи ушли. Там, естественно, ну, нужно всегда держать руку на пульсе, но сегодня проверили, кстати, мой пульс и мое давление. В общем, все хорошо. Единственное, что мне очень понравилось, то, что вот этот скрининг, да, который делают, он действительно меня успокоил, потому что очень эффектная процедура, она эффективная, и главное, что действительно убеждаешься в том, что здоровье в порядке. Зачастую людям, которые, в принципе, работают, очень сложно выделить день или большее количество времени для прохождения врачей, а здесь все они находятся в одном месте, они выехали к нам на предприятие, померили давление, взяли кровь, там, я не знаю, ну, взяли все необходимые анализы, произвели необходимые замеры, и теперь мы ждем результатов. Олеся Богданова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».